Ну что, посмотрим? С замиранием сердца будем смотреть на эти трюки, друзья. Включайте камеру на стул. Сейчас будет шоу. Фугуарьянзу, разгон! Первый трюк Алексей Колесников, мотоцикл! Ай, красавчик! Как он это изящно делает, друзья, какая техника! Ну а тяжеловесно Фугу, конечно же, у него получаются брутальные трюки. Поправил штаны Фугу. Похудел на пару килограмм, пока выступал. Уже спадают штаны, сейчас посмотрим. Ну что, второй прыжок, первый был тренировочный, как всегда. Поддержи Фугу! Тяжелейшая конструкция. Алексей Колесников! Мне кажется, Лёха может выступать подряд, не знаю, минут 50. Человек, который просто прыгает день за днём, каждую минуту, тренируясь у себя на базе. Фугу Арьянзу повелял попой перед девчонками в желтых шортиках. Девчонкам это понравилось! А понравится ли зрителям его трёх? Лёша! Иногда стоит послушать рок двигателя и выплотной трубы. Друзья, они вас спрашивают, вы еще хотите? Да, они хотят еще, и вновь оставьте Фугу. Затишье, затишье на трибунах, все открыв рты, просто открыв рты и смотрим на то, что стоит парни. Фугу Арьянзу! Тяжелая штука прыгнула. На какую высоту поднимается квадроцикл? В отличие от мотоцикла. Это нереально, друзья. Сделайте еще раз повторно свои камеры на запись. Этому парню сейчас что-нибудь исполнит для вас покруче. Так что карта не должна быть полностью заполнена. Удаляйте старые фотографии. Делайте новые. Ну что? Что-то парни придумали. Давайте еще раз поддержим, еще есть прыжки у парней. Фугу Арьянзу, Алексей Колесников. Я напомню, друзья, что сегодня и сейчас мы вместе с вами определяем, какое техническое средство, по-вашему, наиболее крутое. Мотоцикл или четырехколесный дружок Фугу Арьянзу. Лёха! И сразу! Ты видел это, дружище? Это Фугу Арьянзу, Алексей Колесников. Друг за другом, бэкфлип, Андреал, друзья. Что творят парни? Фугу Арьянзу, фантастик мэн. Ну что? Друзья, приветствуйте влюбленную парочку! Это друзья, друзья навеки, друзья по спорту. И сейчас посмотрим. Напомню, не спортсмен, а транспортное средство.